В этом году «Алроса» ликвидирует опасный производственный объект. Речь идет о нефтебазе, расположенной в городской черте Мирного. Она принадлежит управлению материально-технического снабжения и обслуживает Накинскую производственную площадку. Объект давно устарел и не отвечает современным требованиям безопасности. Все подробности в сюжете далее. Весна 2016 года. На городской нефтебазе Мирного, принадлежащей управлению материально-технического снабжения, проходят масштабные учения пожарных. В тушении вымышленного возгорания задействованы все силы гарнизона МЧС. Но поставленные цели выполнить не удается. Учения сорваны, пожар не потушен. Когда мы подготавливали пенную атаку по замыслу учений, то есть подача воды была сорвана систем, что не сработали насосы, которые работают именно на самой нефтебазе. Данный объект, он практически не готов. Неисправные гидранты, отсутствие проезда для пожарной техники – только часть проблем этого объекта. За много лет окрестности нефтебазы обросли жилыми строениями, и она оказалась в городской черте. Также выражали свои опасения экологи. У подножия цистерн протекает небольшой ручей, связанный с Ирелякским водохранилищем, снабжающим город питьевой водой. Нетрудно представить, что произойдет, если в ручей попадут нефтепродукты. Естественно, это является отрицательным фактором. Это определенные риски экологические. И компания приняла решение, что должны быть устранены такие факторы. И в настоящее время реализуется проект по строительству топливозаправочного пункта «Ромашовка», так называемого. Строить нефтебазу заново нецелесообразно, решили в компании. После определенной логистической работы схема снабжения Накинской площадки топливом была упрощена. И надобность в большом объекте отпала. Поэтому сейчас идет строительство небольшого нефтеналивного пункта, где и будут храниться необходимые запасы. С запуском его в работу старую нефтебазу снесут, а ее территорию отдадут экологам для восстановления почвы и озеленения. Роман Муконин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».